Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Horse Riding Tales. Итак, мы закрыли неделю, я даже уже не помню, на каком месте вообще. Вчера вечером было где-то 45 или 46. Благодарю всех своих соклубовцев, практически все набрали минимум 5000, и многие даже намного больше, буквально тут пара человек немножечко ленились, видимо, на этой неделе. Итак, 49 место у нас, ну, в принципе, неплохо, в 50 лучших мы входим. И ух ты, на этой неделе, кстати, тоже Клайд будет. Давайте посмотрим, что нам обычный сундук даст. Так, ничего особенного, но один жемчуг тоже неплохо, бонусный. Так, монгольская фантазия, фиолетовая фантазия и монгольская еще фантазия на гавке. Ладно, окей. Держим кулачки и смотрим. Выпадает сет Skyrider. Прикольно. У меня, кстати, не было такого сета, но здесь не бывает, как мне известно, повторок. Давайте его примерим, он идеально подойдет к моему образу. Когда же я куплю себе новые глаза, я даже не знаю. Нужно будет накопить жемчуг. Я там уже присмотрела себе глазки за 60 жемчуга. Накоплю и обязательно куплю. Так, вот такой костюм. Брюки. Где у нас брюки? Наверное, вот эти. Да, идеально подходит к моим волосам, к моему образу. Мне очень нравится, как он выглядит на мне. Класс. Так, но это еще не все, у меня есть еще сундук в приключенческих играх. Ух ты, ничего себе, фриз на этой неделе очень красивый, но тут у нас снова Клайд. Почему-то везде Клайды в последнее время, ну, моя любимая игра, я очень легко зарабатываю здесь очки. Ну, дальше 7 уровня никак продвинуться не могу, потому что дальше там все тяжелее и тяжелее. Так, прически здесь у нас получается, альпака, шлем рыцарский и вот такой клад, 4% вероятности всего. Хорошо, давайте попробуем открыть, испытать удачу, может быть, все-таки выпадет лошадь. Так, билетики. Фантазия светло-коричневая альпака. У меня, кстати, нет такого питомца и ни разу не было. Давайте его тут же и настроим, оборудуем, так сказать, да? Кого уберем? Уберем, наверное, уточку, она мне уже надоела. Так, и оборудуем альпаку. Эй, да, вот она. Так, а можно же ведь еще в рюкзак, да, кого-нибудь? Так, пухлю, давайте попробуем. А, нет, я же рюкзак на себя не надела. Ладно, все, забудьте. Я буду бегать без рюкзака, потому что он к этому образу вообще не подходит. Напишите в комментариях, что выпало вам в сундуке чемпиона. Мне будет интересно почитать. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была Инита, и увидимся в новых роликах.